В шаге от тройки. Ситуация в турнирной таблице первенства для текстильщиков в корне изменилась после того, как в воскресенье в Смоленске подопечные Вадима Евсеева одолели хозяев поля – команду ЦРФСО. Вратаря Смоленска ивановцы огорчили трижды. В свою очередь, хозяевам поля не удалось взломать оборону текстильщика. Итог матча 0-3 в пользу красно-черных. После победы на выезде у текстильщика 30 очков и четвертое место турнирной таблицы. Отставание от костромского «Спартака», который на третьем, сократилось до минимума. Следующий матч текстильщик проведет дома 22 апреля. Начало встречи в 17:00. Не пропустите прямую трансляцию на телеканале РТВ и на сайте icomtel.ru. Ту установку, которую мы давали, я давал футболистам, они ее выполнили. Тут первый мяч, да, который забили, говорил нападающим идти на добивание. Поэтому, в принципе, результатом мы, конечно, довольны. Статистика нам не позволяла этого раньше, потому что были много ничейных результатов. Поэтому выиграли заслуженно.